Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и это Just Cause 4, между прочим, не один, не два, не три, а 4, представляешь себе, опачки, здравствуйте, с этого, собственно, он не начинается, а потому что у меня есть специальное сохранение, предоставленное мне определенными людьми, чтобы так сказать, здрасте, чтобы так сказать, посмотреть на игру во всей спокойно ее красе. Ты никуда сегодня не едешь, подожди, это моя тачка. Зачем ты газуешь, объясни мне. Зачем ты газуешь? Да я возьму, стой, подожди. Дай залезу, стой, дай покататься. В конце от концов, куда ты? Да, уходи, я поехал. Короче, бляха, отпусти. Отпусти меня, трос. Удерживать, все окей. Бляха, чуть не уехал, представляешь, не уехал чуть тросом. Короче, я не особо понимаю, что здесь происходит. Я не особо понимаю, что вообще творится. Я не особо понимаю, какие у меня задания. Я просто понимаю, что это Just Cause 4, и по опыту третьего Just Cause здесь можно творить лютейшую, полнейшую, беспроблемную, вообще беспрецедентнейшую лють и дичь. Поэтому сегодня мы, собственно, этим и займемся. Нам нужно найти куда, нам нужно найти зачем, нам нужно зайти почему, и в принципе, что здесь вообще, и кто против нас, и что происходит, и как оно здесь творится. Я вижу вертолеты, это уже хорошо. Я вижу военную базу, и, наверное, меня здесь убьют. Давайте просто прокатимся. Не, никто не убивает, хорошо. Подожди-ка, здрасте, блядь. Я этого не хотел. Секунду, это чья база? Это моя, не моя? Тьер дель Капак, Академия Ванай. Что это значит? По-моему, проценты указывают на то, что здесь что-то не сделано, что здесь что-то можно сделать, что-то можно натворить и сотворить. Поэтому давайте посмотрим на это повнимательнее. Куда ты отпустить? Посмотрим на это спокойно. Тормози. Опачки, аккуратно. Блять. Действительно. Больно, говорит. Больно. Короче, это кто? Давайте я открою карту. Так будет, наверное, проще. Захват. Это идет миссия. Отряд готовы. Отряды готовы. Замечательно. Это хорошо. Откроем карту. Отряды готовы. Давайте что-нибудь куда-нибудь их опошлем. Здесь отряды готовы. Давайте что-нибудь найдем. А РТ это что такое? Ох, мляха-муха. Так, это все мои модификаторы, которые должны, кстати говоря, быть открыты. Потому что почему бы нет. Подъемник. Так, подъемник, что он делает? Я так понимаю, он поднимает груз, да? Подъемник, лебедка, ускоритель. Хорошо, а модификаторы, все тут есть, все замечательно. Я пока ничего не понимаю, поэтому я не буду сюда ничего тыкать. Как стоит, пусть стоит. Короче, вертолет падает. Сам по себе, не знаю почему. Один вертолет висит. Может, я в него попаду? Нет? Серьезно? А есть какие-нибудь военные базы? Воу, что значит? Подожди-ка, секунду, а как так-то? Так, звук и субтитры, конечно же. А чё, язык-то аудио-то в конце-то концов? Ты чего это? А ты чего это, с ума сходишь, что ли? Перезапусти игру, говорит. Перезапустил, представляешь, теперь она должна быть на русском. Она, в принципе, была на русском, просто язык. Ну, я как потомственный англичанин, конечно же, я поставил себе английский. На самом деле, я ничего не ставил, но теперь есть русский, и теперь будет получше. Где я оказался? Что это за место? Подожди, мы, по-моему, заканчивали на какой-то базе. На какой-то базе мы закончили, меня куда-то переметнуло. Но отряды готовы, просто миссии никакой не было, поэтому меня переметнуло сюда. Еще раз, все-таки откроем карту. Опа, наконец, я так понимаю, вхожу в враждебную зону. Это я понял. Так, все окей. Мне этого и нужно. А то в конце-то концов. Давайте сейчас будем играть в четвертый Just Cause на мирной территории и убивать своих же сограждан. Это неинтересно. Так, там я Сиса. Там я Сиса. Окей, поехали. Поехали. Где враги? Где эти сволочи? Ага, я уже практически рядом. Так, Винксют, поехали, красиво, спокойно. Ну зачем вот ты? Зачем? Притвориться мертвым? Давай, допустим. Нехорошо. А чё вы падаете, пацаны? Что с вами происходит? Чё вы падаете? Подожди меня, дружище, подожди. Ебать. Зачем ты это делаешь? Подожди меня, дай мне мотороллер покататься, в конце концов. Стой, дружище, стой. Стой. Поехали. И... Хорошо. Ой, как красиво сейчас было. А еще раз. И еще. Нормально. Ну, Винксьют имя управляться научился. Это прям по красоте. Короче, нажимаешь вниз, он взмывает вверх. Нажимаешь вверх, он разгоняется вниз. Это все логично. Это обычное природоуправление летательными средствами. Так, где мои враги? Да бляха, дай-ка я зайду к своим врагам-то. Они где-то здесь, за этой картой, хорошо.
Блин, поплаваем без проблем. Попробуем поплавать. Возможно, проще угнать военный катер. Они уже воюют. Возможно, проще угнать как-нибудь военный катер. Отлично. А вот я и здесь. Ну, здорово. Ну, здорово, вражеские территории. Да, я на них. Ну, все, я на них, наконец-то. Сейчас мы посмотрим, кто здесь хозяин. Можно, в принципе, взять с собой коровку. Возьмем коровку. Нельзя коровку взять. Ой. Ой-ой-ой, в жопу коровку! Зачем? Стой! Блять, я убил коровку. Да я не специально. Я не специально. Может быть, я хотел заниматься разводом домашних животных. Просто беру и развожу вот кабана-кор. Кракабан. Кракабан. Че угодно. Че угодно. Тогда отпустите все тросы, пусть живут отдельно. Я никого не принуждаю ни к какому насилию, ни к какому скрещиванию насильным у животных и прочего-прочего, поэтому я их отпустил. Я посмотрел, они не согласны. И я их отпустил, все хорошо. Так, вот это уже, я так понимаю, не по моей территории есть, поэтому плохой человек. Поэтому ты никуда не поедешь сегодня. Ты поэтому никуда сегодня не поедешь. Ты куда поехал-то? Стоять! Стоять, говорю. Ты куда, бляха, поехал? Здрасте. Слушай, пацан, если мы хотим пройти через грозу, лучше заранее придумать, как не превратиться в пепел. Как по мне, лучший вариант – метеолаборатория. Согласен. Вполне себе согласен. Окей, вполне согласен. Так, это что такое? Вот это что такое? Налет на роботику. Во! Давно б так. Давно б так. Поехали, где она? Она вон там, сколько метров. Полечу на самолете. У меня свой самолет, если что. Называется парашют, без проблем. Здесь, по-моему... Руки помнят, понимаешь? Не знаю откуда, но руки помнят. Это значит, что в третьем Just Cause я таким делом занимался. Потому что если бы руки не помнили, я бы никаких претензий не имел. А если руки помнят, значит, где-то это у меня было. Доберитесь до Просперо Роботика. Окей. Я так понимаю, мы находимся на каком-то латиноподобном острове. Испанцы, возможно, что-то типа того. Возможно, это мексиканцы или что-то еще. Ну, такое, где все разговаривают... Чуть-чуть с акцентом, который все прекрасно знаем. Так, ну-ка, блядь, давай-ка с крюком-то чуть-чуть. Вытащи меня, дерево, отсюда, пожалуйста, вытащи меня. Спасибо. Так, спокойненько, куда ты полетел-то? Блядь. Да подожди, да, я так вот долечу. Да там, да, роботика, все, я сейчас спрыгну и полечу отсюда. Во, нормально. Ебать, как далеко, а что так далеко-то, серьезно? Ой, как далеко. Бляха, ну похеру, ладно, погнали. И раз. Замечательно. Это не то, что я хотел сделать, ну ладно. Это совершенно не то. Эй, вот оно! Да! Я отметил для тебя Просперо Роботика. Ага. Роботы? Беспилотники. Авангард военной техники. Тут изо всех сил трудились, чтобы война будущего была страшнее. Или соответствуешь, или отстаешь. Это да. Поэтому пойдем соответствовать. Но мы не проиграем, если захватим завод и сделаем своих роботов-убийц. Конечно, без проблем. Это всегда пожалуйста. Сейчас я только долечу. Мне бы пару ускорителей да пару ракет. Самое, чтобы быстрее ехалось. Ну, в принципе, можно тачку снять. Почему бы нет? Спокойно. Вот так нормально будет. Просто такое быстрое приземление, я другого не хочу. Так, мать, отец, кто? Внук, сын, уйди нахуй отсюда. Уйди, мне нужно куда-то съездить. Да, не повезло тебе, до свидания. Мне нужно кое-куда сгонять. У меня есть зеленая елочка по дороге, потому что Новый год как бы скоро уже. Везде его начинают праздновать. Даже здесь, смотри-ка, нам с тобой елочку рисуют, чтобы было понятней, чтобы мы готовились. А есть поменять, короче говоря, камеру на вид от первого лица? Я потому что профессиональный гонщик, как бы, поэтому без проблем. Могу ехать с видом от первого лица. А, вот переключение камеры, окей. Во, красиво. Во, да 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 спокойно. Да. Именно это я и хотел, серьезно. Я тебе так и говорил, это же по приколу, ну. Ты думаешь, а что думаешь просто так хуячить? Поехали. Поехали вот так красиво на парашюте подтянемся. Отпусти трос. Я зачем? Не-не-не, это еще не там. Не ври, ребята. Ты сможешь загрузить чертежи с диагностического пульта на полигоне. Ага. И что мне это даст? Ты, по-моему, рано схватился, это слышишь? Спокойно. Вот другое дело. А то на этом парашюте медленный транспорт, этот ваш парашют. Очень медленный транспорт. Так, ну-ка отпустись. Вот туда. О, красота. Нахуй нам дороги? Кто вообще здесь ездит на машине, объясни мне. Где эти пульты? Чертежи каждой модели беспилотника должны находиться на месте ее испытания. Ага. Ага. Ага, все, вижу чертежи, хорошо. Применил искусство сканирования. Мастерство свое умею. Умею, сканирую. Так, они же меня не спалят, я надеюсь. Так, это что происходит? Ты что, блядь, делаешь? А ты не в меня, ты смотри мне нахуй. В меня не стреляй. В меня стрелять не надо, я ни в чем не виноват. Надеюсь, меня никто не запалит здесь. Ну, типа, мало здесь просто никого нет. Просто завод как завод. Здравствуйте, ребята, чё как? Рико, проверь пульт.
Хорошо, без проблем. Где он? Так, первый пульт. Вы не против, да, пацаны? Я просто пришел, как бы посканирую и похуй, все. Войти. Воу, воу, против кто-то? А я думал, ебаный в рот. Ебаный в рот, спокойно. Я думал, тут все свои, как бы просто приходят, как в музей. Кто хочет, тот и смотрит. Ты че, дурак совсем? Иди сюда. Спокойно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, я понял, пацаны, спокойненько. Это ж надо такого додуматься, блядь. Я просто подошел пульт посмотреть. Я думал, у нас тут экскурсия. Вы что, ребят? Я, блядь, думал, экскурсия. Спокойно. Я думал, это экскурсия. Так, где там, кого там? Спокойно. Ща, блядь, подожди. Кто меня стрелял? Где эта собака? Ага. Стоять, сука. Вот так вот. А вот теперь давайте поборемся. А вот теперь давайте. Ага. Эй, а что, автоматическая, что ли? Твою мать, она автоматическая. Ёбаный свет. Уйди! Уйди! Вот это заход. Вот это был веселый заход. Да давай, тут не кривляйся. Живой, что ли, еще? Нет, не живой. Уничтожайте инфраструктуру. Где я? Так, отлично. Бля, я просто, ну, серьезно. Заберите чертежи дрона. Я же не знал. Я жаль, не знал. Так, нам нужно первым делом, короче, к пушке подлететь. Потом вертолет прицепить к какой-нибудь башне и срать на него вообще я хотел. Спокойненько. Сюда. Окей. Крикова, проверь пульт. Здорово! Так, поехали. Так, бежит один, вижу. Нет, это нормально, пацаны бегут. Где этот гребаный вертолет, я спрашиваю? Где этот вертолет, мать его? Нахуй. Нет, не так, подожди, не так сделал. Надо вот так вот сделать. Вот так вот. И нахуй. А, это ускорение, подожди, не тот трос. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи! Где? Он не взлетел. Он не взлетел. Я тебе отвечаю, он не взлетел. Он не взлетел, все хорошо. Так, ну-ка, как тебя уронить-то? Тебя же можно уронить, правильно? Ну-ка, нахуй. Вот и все, делов-то, ну. Это по-любому какая-нибудь сигнальная вышка. Она меня спалила. Где вертолет-то? Я просто пытаюсь его дождаться, а потом уже как бы ебануть. Так, что у меня на этих на крюках-то? Еще раз. А, лебедка, это подъемник и ускоритель. Все, понял. Мне пока нужна лебедка. Лебедка это то, что я умею. Спокойно. Хорошо. А то он взлетает где-то все-таки. Взлетает. Где ты взлетаешь, скотина? Или ты взлететь не можешь? Что с тобой, вертолет? Где ты? Где ты? Пойдем, я тебе помогу. У меня есть подъемник. А никто не бежит, да? С этим делать? Окей. Что-то придет в голову. Никто ко мне не идет, да и насрать вообще. Поддержка с воздуха уже. Блядство, разврат какой. Подожди! Да твою мать! Что ж ты делаешь-то, собака? Иди сюда. Куда ты нахуй лезешь против крюка-то? Кто это? Ах ты ж пес! Ну-ка нахуй. Вот так-то! Угоним вертолет! Угоним вертолет! Зайди в кабину! В кабину! Блядь, подожди, я не хочу! Я передумал. Пизду мне ваши угоны. Не нужен мне ваш вертолет, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все-все-все, спокойно-спокойно-спокойно. Отходим-отходим-отходим. Отходим, так, сменить оружие, спокойно. Опачки, это не то. Вот это оружие, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот сейчас наладим. Сейчас наладим разговор. Подожди секунду. Мы просто неправильно начали общаться. Не с того начали, как говорится. Не с того. Начинать нужно вот с это. Так, подожди, где остальные силы? Так, этот мудак мне не нужен, подожди-ка. Ебать, у тебя там переносная пушка, серьезно? Ты что, охренел совсем? Во, ебать. Ну, беспилотник я сейчас прижму. Ладно, у него пилота нет, он тупой. Ой-ой-ой-ой, вот он мой друган. Вот он мой, спокойно, товарищ, с которым нужно пообщаться. Иди сюда! А, сучка, здравствуйте. Ебать. Вот и все. Ох, промахнулся, серьезно? Вот и все. Вот и все разговоры, где беспилотнички? Беспилотнички, спокойненько. Еще вертолеты есть? Да кто ж такой-то? Ты что там, блядь, делаешь? Ну дурак совсем. А что ты не попал? На-ка. Валим. Опачки, до свидания. Спокойно, нам нужно... Пара-ра-ра-ра! Нам нужно чуть-чуть немножечко отдохнуть. ХПшечку восстановить. Да кто это такой-то, блядь? Я сейчас тебя, сука, найду. Ах ты ж падла такая мелкая. Стоять! Куда нахуй? Да выебывал! Да выебывался! Вот так-то. Где ты, куда, дружище? Подожди, подожди. Не в эту сторону. Чё, все? Блять, он живой, что ли, еще? Ты заебал, дружище. Ты заебал. Давай тебя подвешу вот сюда, на. Вот тут, повиси маленько. Повиси, я потом расскажу тебе одну веселую историю. Скажу, когда тебе можно будет ходить. Все, успокойся. Я тебе не нужен. Делов-то. Божественно. Просто идеально, филигранно обезвредил все, что можно обезвредить. Тут на каждого... Не вступать.
Всем отрядам сохранять бдительность. Это на каждую, короче, эту я должен разбираться с целой достал кучей народа. Без проблем. Без проблем. ПР-17. Нам надо как-то, знаешь, сразу подготовиться. Нужно, короче, так, чертежи здесь, 160 метров. Блях, как они все далеко расположены-то. Нам нужно сейчас подготовиться заранее. Какие-нибудь пушки. Ты стукач, да? Ты обычный ученый или стукач, скажи мне? Вот кто ты? Я даже не знаю, кто ты. Я не знаю, кто ты, но ты у меня получишь, потому что ты орал. Ты орал, мне это не нужно. Так, спокойненько. Вот это нам, ну-ка, достань до туда. Вот эти явно антенны ничего хорошего не предвещают. Потеряли? Красавцы, молодцы. Давно бы так. Давно бы так. А то вечно меня все видят, да видят. Так, сюда идешь. И куда-то вон туда идешь. Все, до свидания. Че, нет? Ага. Ты падла какая, смотри, стоячая. Да на нахуй, отстань. НЛО полетело. Это было НЛО. Так, вон там еще один чертежи. Ладно, спокойно. Нет! Ну, конечно, блядь. Я не ту кнопку нажал. Я хотел полететь на парашюте. По красоте, по-хорошему. Сканирование? Спокойненько. 93 метра. Все нормально. Да хули вы там орете? Это как будто вас режут. Ебаный свет. Я же вам-то ничего не делаю. Я только с солдатами. У нас с ними разговоры-то все короткие. Воу-воу! Понял, 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 понял. Где противник? Где, мать твой, противник? Контакт с противником. Можно атаковать. Нет, вы что, какой можно атаковать? Я еще не хотел. Я-то вас еще не видел. Что за контакт с противником? Так нельзя. Кто меня стреляет? А, все, вижу, 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 вижу. Все, вижу, вижу, вижу. Что? У нас чужак. Похоже, в этом углублении есть пульт. Да? Вот так хорошо. Зачем-то с гранатомета, правда, ебанул. Ну, ничего плохого. Все? Это все мои соперники на сегодня? Нет, не все, серьезно, ты заебешь. Ну-ка нахуй. Какой ты, смотри, злой-то. Прекрати. Вот и все. А то ишь ты. Ну, здесь соперников не так много, на самом деле. Что тут парочку пушек? Да, конечно! Я, подождите, подождите. Ах ты, сука, пес, козел, кабан, блядь. Воу, воу, не-не-не, это без меня сегодня. Это сегодня без меня, пацаны, без меня. Я тут, нахуй, этим не пытался заниматься. Спокойно. Да зацепись-то куда-нибудь уже за него, ну. А-а-а! Зато спрятался. Зато в кустах, зато стелс. Зато стелс, спокойно. Да что ж ты делаешь, собака? Прекратин. Ух! Трехочковое попадание. Спокойно, я ушел. Ушел, меня здесь не было. Не было меня, я птичка, голубь, я отъебитесь. Ай, блядь. Голубь упал. Голуби тоже падают. У голубей тоже ломаются крылышки. Я всего лишь большой голубь, отожрался, блядь. Кормили хорошо в детстве меня. Я любимец в семье, меня кормили хорошо. Остальные голуби кормили плохо, а меня хорошо откормили, все. Меня откормили, я эволюционировал. Отстань от меня, сука. Тут какой козел. Где еще? Да, блядь, еще гранатами. Стоять! Хорошо. Красиво. Ну что, блядь, какой? Вырубил его в полете, серьезно? Вырубил беспилотник, блядь, в полете. Да сдохни ты там нахуй. Все, что ли? Оу, дружище, я тебя не буду трогать, не ссы. Вот если бы эти ученые еще не пиздили, было бы получше. Тут ряд пищат, как будто я их реально выебать хочу. Я просто приехал пару чертежей взять. Ну, мне интересно, я в душе конструктор. Конструктор я в душе, хочу посмотреть, как там, чего там, куда там. Ну, что за хрень-то? Ну, они, блядь, пожалели чертежи. Летают какие-то тарелочки, я ничего примечательного. Чертежи, ну, боевого беспилотника ПР-83. Поехали, ПР, последний остался. Так, зацепиться надо. Опа, и вингсьют нахуй. А, красиво. Спокойно. Воу-воу-воу, ну серьезно, опять, ну кто? Где? Ах ты ж сучка. Как же это приятно. Ты не попал, серьезно? С этого пульта еще можно взять чертежи ПРР. Можно сказать, это умные ракеты. Умные ракеты, спокойно. Красиво. Так, еще стрелять мне кто-то будет, нет, сегодня? Блять, не успел парашют раскрыться, ладно. Короче, нужно брать пульт. Наводить панику, а потом бежать отсюда быстро. Все, валим, 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 валим. Отпустись! Да отпустись, пожалуйста! Отпустись! Пизда рулям! Отпустись! А все, он ничего не... спокойно. Пошел нахуй. Вот другое дело. Не вставай, блядь. Оружие кончилось, в смысле? Твою мать. На, вот тебе. Во, хорошо, это не я. Это не я, спокойно. Это не я. Аккуратненько.
Блять, кого-то вытащил случайно. Кто меня шмаляет? Завязывайте. Мне оружку надо. Блять, у меня кончились патроны. Мне нужно какую-нибудь оружку кому-нибудь рвать. Нет здесь никого. Посиди там пока. И нахуй. Вот и все. Нет, еще не все. Есть оружка-то, нет? Какой сесть за руль? Зачем ты это делаешь? Ладно, похуй. Есть пострелять? Ага, конечно. Не вставай. Все, заебись, нашел оружку, отойди. До свидания. А, вот и оружка. Замечательно. Хорошо! Блять, это кто? Ах ты ж мразотный мелкий говнюк! А ты уже умер, красиво. А что ты... Бля, он меня взрывает, что ли? Это умные ракеты, которые, да? Хорошо. Так, гранатомет нахуй мне не нужен, дай автоматный какой-нибудь. Противник о. Не стал наступать. Сохраняем бдительность. Все? Что-то эти умные ракеты слишком умные. Он, короче, меня просто напонзил, он решил меня напугать. Он напугал меня и все. И на этом он закончил. Он сказал, я тебя потом убью, сучка. Я найду тебя и зарежу где-нибудь потом. Умным ножом. У него есть только не умный. У него есть не только умные ракеты, но еще и умные ножи. Он почикает меня, падла. Вот и все, делов-то. Все готовы. Проблема. Не чертежи, а полная ерунда. Зашифрованы. Может, ты читать просто не умеешь? Нужен ключ шифрования для заводской системы. Без него чертежи использовать не получится. Подключай меня. Да может, ты реально просто я читать не умеешь? Я отмечу точку входа на крыше административного корпуса внизу. Внизу? Подожди, а куда добраться-то? Так-то непонятно, спокойно. Так, я здесь, это куда-то вниз, прям реально нужно вниз. Ну-ка, спокойно. Сейчас все будет по красоте. Сейчас все найдем. Нет у меня, блядь! Голубь! Голубь! Гуль-гуль-гуль! Гуль-гуль-гуль! Отъебитесь! Ясно. Здесь чужак. Всем отрядом вступить в бой. Какие они? Я тебе реально говорю, я голубь. Все, отъебитесь. О, красиво. Совершенно другое дело. Спокойненько. Тихо. Контакт. Ой, ой, это мое. Вот это мое, можно сесть? Ой, бля. Подожди-ка. Сначала подготовимся ко всему. Раз. Красиво. Не, ладно, подожди. Сначала надо начать. А потом все. Изи. Отлично. Поехали. Ебать! Это что? Это что за херота? Доступ к главному передатчику. Нужно прервать сеанс связи любой ценой. Я прерываю, пытаюсь. Продолжал работать, Рико. Не подпускай беспилотники к передатчику. Долго он не... Ты понял, да? Ты понял, да? Ну ты понял, да? Я понял, да? Я тут ни при чем. Я тут ни при чем. Я думал, что нужно действовать наоборот. Наоборот, я думал, действовать нужно спокойно. Да, без проблем. Ну-ка, съебался. Съебался, сказал красиво. Отошел нахуй от передатчика, блядь! Не ты его строил, не тебе его ломать, псина железная! Ушли нахуй отсюда, гребаные, блядь, синички! Агент Голубь на связи, нормально все, пацаны, тащим! Куда ты, блядь? Кто-то стреляет, что ли, в него? Кто? Твою мать. Танк, я и говорю, кто-то стреляет снизу. Где? А, вон он, сучара. Ты что делаешь-то? Из-за него дурака сейчас все просрется. Хорошо. Хорошо. О-о-о, ну это вы зря, пацаны. Вам не жалко вертолет-то? Уже скоро, наверное. Прекрати. Прекрати, говорю, прекрати. Все спокойно. Скоро будем на месте. Кто это? По-моему, кто-то стрелял там, только непонятно откуда. Но это не страшно. У передатчика слишком дохуя хпшки, чтобы он проиграл. Он может проиграть только если я ему помогу, спокойно. А я могу помочь. Мы все прекрасно видели. Я реально думал, бля, в него надо стрелять. Типа надо прервать сигнал, что он противник дает сигнал бедствия. И мне нужно его призвать. Кто? Прервать! Ну-ка, ушел нахуй. Еще вот тут что ли кто-то? Пацаны, быстрее, можно сигналы забирать, нет? Тут как бы очень много народу. К тебе приближается танк. Кто? Где он? Не подпускай.
подпускай беспилотники к передатчику. Долго он не продержится. Да я вижу, бля, ему пизда. Вот ты где. Вот оно. Загружаю. 10 секунд. Хорошо. Бля, 10 секунд не продержусь, боюсь. Не продержусь, чувствую. Где танк-то? Падла! И ключ шифрования у меня. Красиво. Я начну расшифровывать. Чёрт. Все, отлично. Пацаны, пост! Кто? Когда захватим завод, у нас будет все необходимое, чтобы собирать собственные беспилотники. Отлично, Рико! До встречи, сержант. Спасибо, да, до свидания. До свидания, пацаны, до свидания, до свидания. Вот, вот, летают птицы. Я страус этот, блядь, как его? Как это называется-то? Гусь. Чё вы, блядь, в них не стреляете? Я точно такой же. Вот доебались. Аист, во, я аист, все, отъебитесь. Я этот, лебедь. Гадкие утята, сука. Хватит меня стрелять, прекратите. Я чё вам сделал? Я уже ушел. Все, пацаны, я понял. Вы мне не рады. Сразу бы так сказали, да и все, делов-то. Ну, все, ушел я, до свидосы. До свидосы. Все, нет, нет, куда полетим? Куда полетим? Мы захватили Ампарас, хорошо. Давайте в Альто-Яку. Нет, вот, Ислас Мачкачквевес. Ислас Мачкачквевес. Да куда, назад. Ислас Мачкачквевес. Поставлю сюда точку и поехали туда. Вон туда. Это целый остров. Целый остров. Штаб, что распоряжение? Прекратите. Прекратите, блядь, в меня стрелять, все. Найди противника. Не надо. Ребят, успокойтесь. Какой корабль в пизду близко? Ты, не, так не пойдет. Подожди, я не готов. Я всего, я занимаюсь вингсютированием. Я тренируюсь, у меня конкурс скоро, соревнования. Я экстремал. Нет контакта с противником. Перегруппироваться. Давно бы, мать его, так. Давно бы так, а то ишь ты, посмотрите на него. Контакт там есть, блядь, танки высланы, боевые корабли. Совсем, что ли, с ума сошли? Спокойненько. Кому-то нужна моя помощь. Аккуратненько. Что это? Хорошо. А что вам нужно? Залезай в машину. Нужна твоя помощь с одним эпизодом. Да вы без проблем кино снимаем. Ты окей. Не сердись, но мы сказали черной руке, что на машине перевозят контрабанду. Ага. Уйди от преследования и постарайся, чтобы это выглядело мощно. А, ну вы красавцы, да, окей. Да что ж вы творите? Это вы, блядь, молодцы. Меня можно было предупредить заранее, нет? Меня можно было предупредить об этом? Спокойно, тихо, 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 тихо. Да вы где-то дурачок, что ли, мы кино-то снимаем? Бля, все, не доехал. Пацаны, все просрали, мы все просрали, пацаны, вылазим. Ясно, здесь чужак. Всем отрядом вступить в бой. Спокойно. Да ебать, вы чего? Вы что, дурачки совсем, что ли? Прекрати. То же самое тебя касается. Так, где та машина-то? Мне нужно ее перевернуть, наверное, нет? Во, нормально. Сейчас, подожди, я ее переверну. Во, заебись! Заебись! Нормально, пацаны, как положено. Все хорошо, я поехал. До свидания, я спокойно, блядь, застрял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, ребят, до свидания. Вот и все, она ж починилась, блядь. Я ее настолько охуенно поднял, что она ж починилась. Ну, вот этот красавчик я, вот этот молодец. Ну, как бы, тут либо домкрат, либо эвакуатор, либо крюк. А крюк у меня есть, спокойно, извини, пожалуйста. Не надо... А потому что я в лобовуху въехал, я молодец. Как бы, ну, эвакуатор ждать некогда совершенно, понимаешь, что тут, блядь, какой эвакуатор? Тут пока я дождешься, тебя в жопу расстрелят 7 раз. Я как раз на эти острова еду, красавчик, прям вовремя все. И в кино снялся, и остров нормально все обошел. И сейчас всех быстренько заложник освободим. Что-то я как-то носит не очень, конечно, ну ладно. А кто-то меня снимает сейчас, где? Поверху? Я, можно, заборы поломаю, типа, да? Такой, о, нет, блядь! Вышел из-под контроля руль, пацаны, еле держусь! Ну, типа, будем играть. Нет! Ладно, пацаны, нормально все. Все хорошо, бляха. По-моему, больше я не доеду. Спокойно. Все, они потеряли меня. Так, мне нужно выехать отсюда. Ну, бля, на моем внедорожнике это никакая не проблема. Я езжу по горам, по болотам, по ухабам, по холмам, по возвышенностям. Я на ухо дела джунгла. Твой хакер готов? Подключаю его. Подожди, какой хакер? У меня тут кино. Рико, я знаю, как вырубить ракетницы, которые защищают базу. Окей. И как? Нам необходимо привести ракеты в готовность. Как только я поджарю систему и запущу ракеты в небо, пусковые установки будут бесполезны. Куда мне? Да, замки на каждой пусковой установке питают два генератора, которые должны исчезнуть. Принято.
Вот это хорошо, сейчас ушел. Ну, думаю, когда мы заведем пусковые установки... Я, по-моему, кино не так снял, если что. Я, по-моему, не так снял кино. И можно найти еще одно применение. Будет весело. Я теряю, говорю, кино я снял не так, как нужно было. Потому что я ехал не по киноманскому этому пути, а по своему до острова. Ну и ладно, ну и похуй. Так, обыщите зону, хорошо. Без проблем. А что мне там нужно найти? Ебать, да тут база целая огромная, как я буду обыскивать-то? Мне кажется, тут будут не рады. Уничтожьте все генераторы, без проблем. Так, ладно, можно я потихо просто прогуляюсь? Здорово, пацаны. Твою мать! Спокойно! Прекрати! Прекрати! Да, блядь, ты заебал меня, спокойно. Здорово, здорово! Уйди, уйди, сука. Уйди, сука, на, по щам надаю. Так, отлично. Все генераторы нужны точно, без проблем. Кто там? Да опять эти сраный вертолет, сколько можно-то? Давай прямо на генераторы, падай. Давай. Красота! И самолет, и вертолет, и генератор разом. Нет, не взломал еще? Блин, ну со всех сторон, ты посмотри, что делают. Со всех, мать его, сторон. Так, нужен другой пулемет. Отлично, умная винтовка. Ой, какая умная, смотри, сама попадает. А, уничтожьте генераторы. Два из двух. А он что, не уничтожился? Серьезно? А что мне с ним сделать? Ну-ка, можешь его притянуть? Опа, дверь уехала. Я дверь не хотел убивать. Вот, делов-то. Ты еще не уничтожился, что? Серьезно? О, другое дело. Совершенно другое дело. Так, ну-ка, кто там нахуй? Кто там? Опа. Снайпера. До свидания. Минус снайпер. До свидания. Все, что ли? Вот и все. Вот и все. Почему-то я не понял, почему он не взорвал вертолет. Да кто там так шмаляет? Ты что, дурак совсем? Прекрати. Да прекрати. Ой, иди ты, короче, нахуй. Так нечестно. Он меня шмаляет с пулемета, я со снайперской винтовки. Ну что это за разборки? Это разборки стрёмные. Опачки. Сбейте, хуейте, ага. Где тут еще два генератора? Спокойно. Так, я в этой зоне не вижу двух генераторов. Но они где-то есть. Ага, здрасте. Это ты? Утащи его нахуй. Все, уезжай. Это он, да? Так, нет, это не то. Уничтожьте восточный генератор, но это не они. А где они находятся-то? Я же какие-то уничтожил, мне их, по-моему, не засчитали нихуя. О, здорово. А на тебе. Туда? Езжай. Бля, как вас много здесь, пацаны. Отстань. Вон где генератору нахуй. Защищайте генераторы, я вас просто туда притащу. Где-то здесь обыскать нужно зону. Ящик с оружием. Ой, хорошо. Ящик с оружием, это хорошо. Да прекрати. Оно тебе не нужно, завязывай. Так, взять, нет. Взять, есть. О, это будет мощно, судя по всему. Вот это прям хорошо. Где он? Ебать, он выносит, по-моему, просто. Вот это нормально. Е-е-е, прекрати! Так, все взорвалось. Да кто там, блядь, стреляет? На, винтовку возьму. О! Ты! Во, нормально. Все. Где генератор-то? Я ни одного не вижу. Тут такая паника, какие-то нахуй генераторы. Где-то сверху. О, блядь, что такое летит? Нихуя себе там транспорт. Я вижу только вышку, которую я взорвал. Но это не она. Восточные генераторы, северные генераторы. Не давай себя блокировать. Так я же прям над ними, обыщите зону. Ну-ка. Чувак, здорово. Ну прекрати ты, ну. На. Хорошо, патрончики даются, это уже замечательно. Там кто-то уже что-то взорвал, я там ничего не взрывал. Опачки. На-ка. Ломай ее, еще. Опа. О, другое дело. Опа. Где, блядь, все генераторы? Я не вижу ни одного. Твою мать. Ладно, поехали, он к тем. Хорошо, до свидания, пацаны. Меня здесь не было. Не было меня здесь, никто меня здесь не видел. Аккуратненько. Опа, да что ж ты, блядь, не можешь спокойно грудь, что ли, маслом там намазать? Или еще чем-то, чтобы скользить по поверхности. Прекратите. Не стреляйте в меня, я с вами не ругался. Уничтожьте восточные генераторы, северные и западные. А, все, я понял. Там-то я обезвредил генераторы, все хорошо. Я, походу, уничтожил южные. Не может же быть генераторы везде по два, а на юге ни одного не быть.
Где-то должны они быть, серьезно. Ты генератор, нет? Ну-ка, стой. Ты какой, смотри, стойкий генератор. Это тоже не он, нихуя. Не он, ну и ладно. Мне же не жалко. Я все подряд позрываю. Обыщите зону. 300 метров, ну-ка. Так, вот тут зону нужно обыскать. Я так к генератору обращаюсь. Здорово. Может, они внутри? Может быть, они внутри? Так, ну-ка. Спокойно. Покатаюсь маленько. Каруселька бесплатная, чё бы и нет. Сейчас меня все потеряют, а я в это время нормально посмотрю, генераторы поищу. Где-то тут. Меня и нету. Нету, я катаюсь, и отстанет мне нахуй. Ебать, там что-то взрывается, там все слоумо, там жопа происходит. Давай тебя тоже взорвем, дружище, давай. Наезжай. Во. Давай красиво, взрывайся. Давай. Такой хуйней можно стены таранить. А чё он не взорвался? Что за хуйня-то? Так, это не генератор случайно? Вроде как нет. Я вообще не вижу ни одного генератора, серьезно тебе говорю. Может быть, они не тут вообще? Обыщите зону. Я типа обыскал, ничего не нашел, да? Поехали вон туда, вон сходим, ладно. Вот здесь вот обыщем зону без проблем. Где-то же они должны быть. Я, по-моему, уничтожал какие-то генераторы, когда только сюда попал. Но это, походу, дело были не они совершенно. Отлично. Мягкая посадка — это мой конек. Я всегда приземляюсь мягко. Если тебе кажется, что это было жестко, то нет, тебе показалось. Это все охуенно. Так, пойду-ка я с вертолета, наверное, их поищу. Так будет проще. С вертолета реально будет быстрее. Я просто взлечу, я просто постреляю, я просто найду все генераторы и разъебу их прямо с вертолета. Главное, чтобы мне не взорвали вертолет. Поехали. Так, как работать? Как это работает, блядь? Вверх? Ага, хорошо. Замечательно. Во, другое дело. Так, это наверх. Как стрелять? Ага. Хорошо. Замечательно. Та-та-та-тай-тай-та-та-та-тай. Совершенно верно. Полностью поддерживаю. Именно такая музыка должна сыграть. Хорошо. Вон два генератора вижу каких-то. Это не они. Бля, у него боезапас бесконечный, да, я так понимаю? Как он летает-то? А, все, понял. Не-не-не, ты потеряй его. Потеряй этого врага, дружище, потеряй его. Ебать, какая большая антенна. Какая большая антенна, я просто все поломаю. Я не знаю! Не надо. Я не знаю, где есть генераторы. Но как выглядит антенна, я знаю. А все антенны я поломаю. Чтобы лишить их связи с внешним миром, все нормально. Все так и должно быть. Нет связи с внешним миром, нет врагов. Бля, хорошо. Хорошо полетело, неплохо. Неплохо. Еще бы генераторы найти. Вот генератор. Ну, блядь, это же генераторы, ну. Я просто буду ломать все, ладно, так и быть. Просто поломаю все, что можно. Вот генераторы, вот еще. Опять не они, ты представляешь? Опять, блядь, не они. Тут очень много зон, которые нужно обыскать. Очень много. Но я взрываю все, что вижу. Все, что вижу, я взрываю. Генераторов ни одни. Ни один генератор в нее не попался до сих пор. Ну тут нет ничего. Но они все где-то здесь. Это что? Не в меня! Тихо, тихо, тихо. Ебать, я понял, что у меня что-то летит. И скорее всего это была какая-то ракетница огромная. Может, они внутри зданий? О, еще одна антенка. Неплохо. Я же реально разъебал все вообще. Вот два генератора дымятся. Это я их уебал. Но они не засчитались. Ну, либо засчитались. Да прекрати. Кто там, блядь, шмаляет-то в меня? А-а-а! За что, суки? Ну, пизда. Есть одного стреляльщика, сука. Так, все, вижу еще одного. А, у меня, по-моему, был... Ой, пизда. О, а, все, перегрелся, спокойно. Живой еще, но все перегрелось. Как, патроны кончились? Где патроны-то? А, все, вон вижу.
Бля, ну пора, пора, значит, валить отсюда, что. Здесь больше ловить нечего. Нужен еще один вертолет. А вон стоит. А я его взрывал. Подожди, если это рабочий, то это хорошо. А если он взорванный, то это плохо. Бля. Да не, нормальный, да? Это нормальный вертолет? Ну-ка. Я просто не знаю, как выглядит нормальный вертолет. Я облетел. У него нет пулемета, да, никакого? Поехали. Блять, у него нет пулемета. А чё мне толк? Он на магнитах, что ли? Чё, куда? Не надо магнитить ничего. Здесь реально нет ни одного генератора. Все, я все потерял. Зато я базу разъебал. Почему бы, собственно, нет? Поехали отсюда. Подними. Здесь можно что-то примагнитить? Подожди, давай что-нибудь примагнитим. Надо только найти хотя бы что-то, что осталось от моего визита. Может быть, примагнитить вот эту вот херню? Так, вот еще генератор какой-то, смотри-ка. Так, как мне понять, что я там над ним? Ты примагнитишь что-нибудь мне сегодня? Ага. А, он сейчас его сломает просто, окей. Ты куда? Что сейчас произошло? Наверное, это, знаешь, два плюсовых магнита между собой сошлись и ёбнуло, и жахнуло. Так ведь, блядь, ни одного генератора я не нашел. Я всю базу им разъёб, надо было всего лишь два генератора ушатать. Два генератора! Ну, конечно, 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 ага. Вам кто, блядь, разрешал меня стрелять? Я сейчас заберу твой вертолет, сука. Заберу, падла. Пошел нахуй, опа. Уйди нахуй. Дай сяду вертолет. Дай сяду вертолет, прекрати. Двою на натуре. Да зацепись за вертолет ты, ну. Дай залез туда. Дай залез в вертолет, дай. Ой, короче, пизду тебя. Он бронированный, что ли? Серьезно? Ну ладно. Покатайте меня, пацаны. Покатайте, по генератору поищу. Бля, зря я не устрелял. Он сейчас начнет падать. Он падает! Сука, он падает, все, конец. Он падает. Ладно, живет еще, все нормально. Еще живет. Ладно, давай помогу тебе. Это жестик так завибрировал. Это жестик так завибрировал, и я так эпично полетел. Ладненько, давайте на этом заканчивать. Веселая игруха, веселая. А посмотреть сюжет бы не мешало на самом деле. Не знаю, какой он тут этот сюжет, есть ли он тут нормальный или нет. А, возможно, почему бы нет, скоро, кстати, говорят, стрим. И в такую веселуху на стриме играть тоже довольно-таки весело и довольно-таки неплохо. Поэтому, если вы за нее проголосуете, я тебе, блядь, как постреляю, что-то сальваха, блядь. Отстань нахуй. На, сдохни, тварь. Все, до свидос. Ну, сука. Дай иди сюда. Блядь. Дай крючок-то. На, я тебе помогу приземлиться. Садись. Садись давай. Тихо, не в меня. Долбоёб, он в меня садится. Ладненько, короче. Опять-таки, если проголосуем, то поиграем. Не проголосуем, так поиграем. Пока весело. Все очень весело, все забавно, задорно. В принципе, как и должно быть в Жаскозе. Поэтому все, что хорошее должно было, оно здесь осталось. На этом мы, собственно, заканчиваем. Ссылка на остальные довагляшки в описании под видео. Ссылка на игру тоже в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, приходите на стримы, потому что голосование за игры происходит непосредственно на самих стримах, чтобы смотреть было интересно именно тем, кто на эти стримы пришел, а не тем, кто когда-то случайно проголосовал. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.